Как работает Ripple? Давайте рассмотрим, какие принципы лежат в основе технологии Ripple и как он совершенствует международные платежи. В этом примере два банка используют банк-корреспондент для проведения своих платежей. Технология Ripple включает Ripple Connect, который используется для координации обмена информацией между двумя банками. А LP Ledger использует протокол Interledger для координации движений денежных средств между учреждениями, чтобы перечислить платеж. Ripple регулирует существующие форматы переводов, такие как SWIFT FIN и ISO 20022, через такую технологию переводов, как интеллектуальный шлюз, CGI или Volantis Wallpay. Давайте проследим путь одного платежа через всю систему. Сначала технология переводов анализирует сообщение и собирает необходимую информацию для того, чтобы инициировать платеж. Здесь вы можете видеть, что Алиса из США хочет отправить деньги Бобу в Германию. Она хочет, чтобы Боб получил 500 евро. Ripple Connect связывается с банком-корреспондентом и банком-бенефициаром, чтобы получить сам платеж и комиссию за его обработку. Затем транзакция проходит валидацию. Это включает проверку соответствия транзакции установленным требованиям и проверку счета. Поскольку у всех банков есть необходимые для этого программы, они могут проверить платеж еще до того момента, как средства начнут перечисляться, и обеспечить тем самым высокую скорость обработки информации. Теперь настало время для согласования движения денежных средств через частные ILP-счета этих трех учреждений. В этом примере банк-отправитель имеет Nostra аккаунт в банке-корреспонденте. Для связи с банком-корреспондентом банк-бенефициар использует сторонний провайдер ликвидности. Чтобы запустить процесс перечисления денежных средств, Ripple одновременно удерживает средства на всех трех счетах. ILP-счета создают криптографические подписи, подтверждающие допуск средств к транзакции. Затем денежные средства всех трех счетов одновременно вступают в транзакцию. В ходе данного процесса платеж не подвергается никаким рискам, он либо проводится, либо отклоняется. После завершения процесса Ripple отправляет всем участникам транзакции сообщение подтверждения. Весь платежный процесс при участии нескольких банков занимает секунды и предусматривает сквозную видимость транзакции, увеличивая скорость обработки данных и снижая операционные издержки. Присоединитесь к глобальной платежной сети, работающей в режиме реального времени уже сегодня на ripple.com.